Во-первых, я хочу сказать, что проблема происхождения жизни, она междисциплинарная, и ученые одной специальности, любой одной, не могут там многого сделать. То есть там должны совместно работать биологи, химики, геологи, иногда еще и физики. В данном случае все авторы этой статьи – химики. И для меня в этой статье заметна их профессиональная узость. Они исследовали экспериментально вопрос стабильности смешанных молекул, цепочек, где перемешаны звенья ДНК и РНК, и показали, что они гораздо менее устойчивы, чем чистая ДНК и чистая РНК. И на основании этого они заключают, что перейти от мира РНК, где РНК была единственным геномным материалом, к современному миру, где почти все организмы, кроме некоторых вирусов, имеют геном из ДНК, было бы невозможно. Ну, в том, что они правильно измерили стабильность этих смешанных молекул, я не сомневаюсь. Они химики, это их хлеб. А вот в том, что они из этого делают вывод о невозможности перехода к ДНК, я с ними согласиться не могу. Они исходят из того, что переход от РНК к ДНК в качестве геномного материала должен был гарантированно сопровождаться появлением смешанных молекул, потому что ферменты, которые строили молекулы РНК, тогда были простыми и примитивными, и не обладали достаточной специфичностью, и могли путать нуклеотиды разных типов для РНК или для ДНК. Но большинство современных РНК-полимераз, даже довольно простых и компактных, как у вируса желтой лихорадки, это очень маленький и простой фермент, они эти разнотипные нуклеотиды не путают. И на самом деле переход от РНК к полимеразе к ДНК полимеразе может быть очень быстрым и легким, достаточно одной-двух мутаций, но вот фермент, который бы хорошо производил именно такие химерные молекулы с чередованием ДНК и РНК звеньев, он очень маловероятен. Что касается происхождения ДНК, то среди биологов наиболее разумной идеей на этот счет считается такая, что ДНК — это довольно позднее изобретение в мире, в котором уже было не только РНК, но и множество белков и достаточно совершенные ферменты. И возникла она в ходе гонки вооружений между вирусами и их хозяевами, какими-то протоклетками с РНК-геномом. Это гонка вооружений, которая продолжается миллиарды лет. В ней вирусы пытаются обмануть защитные системы хозяев, а хозяева пытаются любыми способами защититься от заражения вирусами. В том числе в клетках есть много ферментов, которые опознают вирусный геномный материал и уничтожают его. И среди вирусов, как один из ответов в этой гонке, есть разные химические модификации ДНК. Есть вирусы, у которых там используется гидроксиметилоденин вместо аденина, есть вирусы с другими химическими модификациями ДНК. Все это способы защиты. И переход от РНК к ДНК мог возникнуть тоже в этой гонке вооружений, только на более ранних этапах. ДНК гораздо более устойчива к химическому расщеплению, чем ДНК. Ферменты, которые разрезают РНК, не могут разрезать ДНК, поэтому для вируса сменить геномный материал на временно неуязвимый было бы очень выгодно и позволило бы ему преодолеть защитную систему хозяина. А дальше уже, когда ферменты для работы с ДНК были отработаны вирусами, они передались и клеткам-хозяевам, которые уже использовали большую стабильность ДНК для поддержания лучшей сохранности своего генома. Без этой гонки вооружений объяснить происхождение ДНК довольно трудно, потому что для любых живых организмов очень важна точность копирования генома. То есть, если у организмов нет полового размножения, то там все очень строго. Так называемый предел Эйгена, рассчитанный в 70-е годы, должно быть не более одной ошибки на поколение, на весь геном. При том, что геномы бактерий достигают в размерах нескольких миллионов нуклеотидов, это означает, что ошибок должно быть меньше 1 на 5 или на 10 миллионов. Все современные системы копирования ДНК и РНК и у вирусов, и у бактерий, они этому требованию удовлетворяют. Но когда у древней РНК-клетки произошла мутация копирующего фермента, позволившего ему использовать ДНК, эта мутация в первый момент
наверняка вызвало падение точности копирования, и довольно серьезное, потому что РНК-полимераза была уже хорошо отработана эволюцией, а у ДНК-полимеразы там немножко другие особенности работы, и дорабатывать ее последующими мутациями еще надо было. В случае клетки с довольно большим геномом эта потеря в точности копирования, скорее всего, была бы смертельной. От вирусов, у которых геномы гораздо меньше, а проблема преодоления защитных систем хозяина гораздо острее, это могло сойти с рук и быть пропущено естественным отбором. Кроме того, вирусы в состоянии вирусной частицы вне клетки не имеют никаких систем для ремонта генетического материала. И, например, ультрафиолет или другие опасные факторы среды для их генетического материала более вредны, чем для клеточного, в распоряжении которого есть системы ремонта. Поэтому большая стабильность ДНК для вирусов тоже была критичнее сначала, чем для клеток. Большинство биологов, занимающихся этим вопросом, склоняются к тому, что ДНК появилась из РНК на достаточно поздней стадии эволюции, когда уже были сотни белков, сотни разных типов ферментов и достаточно большие РНК-геномы. И движущей силой ее появления стала гонка вооружений эволюционная между вирусами и хозяевами. В этом смысле работа американских химиков, она сделана качественно технически, но она закрывает тот из путей происхождения ДНК, который биологи, собственно, и не считали основным, и сторонников у которого было мало. То есть сказано очень веско, но на полметра мимо.